Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучать технику бокса, школу бокса. Смотрите, вот в прошлый раз мы отрабатывали с вышагиванием. Простая комбинация. Передней рукой с вышагиванием вперед, шаг, и под правую ногу шаг, удар. То есть левый вперед ударил, левый назад ударил. Сейчас то же самое, просто добавляем два вперед удара, два назад, под одноименный шаг, то есть двоечку. Левый, правый, под одноименный шаг, и также назад, левый, правый, возвращаемся в стойку. Вперед, раз, два, назад, раз, два. Все это вместе работает, то есть с вышагом вперед идет одиночный, левый, левый. И тут же левый, правый, встал в стойку. Еще раз, смотрите, движение такое, чуть побыстрее, то есть левый вышагивание, левый, правый, все это. Все это можно делать также с челнока, нужно даже делать. С челночки двигайся в челноке, собрано с челнока. И поехала наша комбинация. С вышагиванием левый. И левый, правый. Хлестка опять на челнок вышел. Еще раз показываю. С вышагиванием одиночный идет. Левый, 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 правый, левый, правый. Такая простая комбинация. Давайте еще раз, смотрите. То есть двигаемся, челнок, челнока. Вперед под левый шаг, назад под правый шаг. Одиночный левый бинт. Левый, левый. Тут же левый, правый под одноименный шаг и назад. Левый, правый, возвращаемся также под одноименный шаг. Одинаково рука и нога. Что вперед, что назад. Все это с челночного передвижения, с челнока. Руки на месте собраны. Левый, левый. Левый, правый. Встал в стойку. Двигаемся. Еще раз, чуть побыстрее. Уже по боевому побыстрее движение. Левый, левый. Раз, два, раз, два. Оп. Двигаемся в челнок. Ну вот таким образом, ребят, приходите на бокс, мы вас научим, как бить эти комбинации. Спасибо за внимание.